А из нашего окна вот такая ерунда. Вода бежит с субботы, водоканал приезжает, смотрит и уезжает. Как они отвечают, что наши трубы не стоят на балансе. Сколько можно? Всю улицу затопило, к соседям вода уже тоже пошла. Ну сколько это можно терпеть-то? В дачном товариществе «Лазурит» в городе Воронеже, в поселке Тепличном, жители обратились к нам с проблемами водоснабжения. Дело в том, что дачный кооператив распался, а сети не были переданы ни городской администрации, ни кому-либо другому. И жители жалуются, что прорывается буквально каждую неделю, заливает улицы, невозможно ходить по дорогам, и, конечно же, дома остаются без воды. Будем тщательно выяснять, кому же все-таки принадлежат эти сети и есть ли возможность быстрой постановки на учет с дальнейшим передачей ресурсоснабжающей организации.